Очаков ТВ представляет. Здравствуйте. Привет. Как ваши дела, мужчина? Нормально. Вы матом не ругаетесь, вы адекватны, с вами можно пообщаться на какие-нибудь темы? Я матом не ругаюсь, а вот собеседники регулярно ругают. Ой, очень приятно. Вы знаете, мы уже сталкиваемся, человек 100, наверное. Хотелось просто пообщаться. Можно вам вопрос один задать? Конечно. Вы из какого города? Из города-героя. Их много городов-героев. Из какого? Вот, сразу видно, знающий человек. Город-герой Москва. Хорошо, задавайте ваш вопрос. Тогда Алаверды. А вы из какого, чтобы понимание было? Город Очаков. Очаков. Хорошо, очень приятно. Скажите, пожалуйста, вот просто такой вопрос поверхностный. Когда это все началось? Кто это все? Вот именно ненависть братского народа. Какого народа? К какому народу? Задайте конкретно вопрос. Конкретно, смотрите, ненависть украинского народа к русскому и также наоборот. Можем интерпретировать в разных. Как понять войнах. К русскому народу? Русского народа не существует. Что такое русский народ? А украинский существует? Украинский, есть украинская нация, русской нации нет. Ага, хорошо. А что за нация тогда есть? Есть на земле? Российская нация. Хорошо, давайте, российская нация. Вы сейчас путаете национальность. С нацией. Не надо. Возможно. Поправьте меня, если вы так знаете хорошо. Поправьте меня. Как тогда правильно выразить мне свою мысль? Я не знаю, что вы хотите выразить. Попытайтесь как-то. То есть русской нации, правильно? К украинской нации. Не русской, а российской, наверное. Российской нации к украинской нации. Когда ненависть появилась у российской нации, да. Украинской нации? Наоборот. Украинской что нации. Наоборот? Вы же не глупый человек. Украине к России. Хорошо. Сосредоточьтесь. Сформулируйте вопрос. Я на него отвечу. Ага. Хорошо. Когда появилась ненависть украинской нации к российской нации? К российской нации, у украинской нации ненависти нет. Вы сейчас в вопрос вас заложили ложное утверждение. Поэтому это вопрос некорректный. Ты пытаешься переобуть. Ты же сказал, что ты не ругаешься матом. Чего? Нет, ты просто хочешь сойти за умного. Что ты горишь, блин? Долбоёв. Ну не гори. Человек, который не ругается. Ой, блин. Капец. Ну что, подали на вас в суд, нет, уважаемый? В суд за что? Какой суд и за что? За рознь между нациями. Вас судить надо. За что? За что? Я же вам объяснил уже. За рознь между нациями. За рознь? Как понять за рознь? Что ты мелешь, блин? Вроде по-русски говорит, а русским языком не владеет. За рознь. Я подскажу. За разжигание рознь. А я спрошу, между какими нациями? И так далее. В общем, и все по списку пошло. Но человек не владеет русским языком, поэтому разговор не получился, убежал он. Че ты такой грустный-то, а? Я дед, старенький. Тихо, 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 успокойся. Не гори сразу, говори спокойно. Там улица все подмел, скоро Си приедет к тебе. Наркоманов убрал с улицы. То позор какой. Си приедет. Си уже к вам приехал. Уже, блин,
большую часть России оккупировал. Байден вспомнил, что он зубы давно не чистил, с этой политикой увлекся. Си будет руку ему жать, байда твоя. Он куда? В Сан-Франциско едет. Ты, по-моему, оттуда. Я знаю, да, я рядом. Ну, там надо наркоманов убрать. Тихо. Не кричи. Никто никого, ты понимаешь, в Америке очковтирательством не занимаются. И потемкинские деревни, и подожди, я же не закончил, не устраивают какого. У вас, когда какой-нибудь губернатор вонючий, блин, приезжает в какой-нибудь там город, у вас реально, вон, и траву красят, блин. И щиты ставят, вот эти ваши избушки на куриных ножках загораживают, показывая какую-то типа красоту. Я уже не говорю, когда царь вас приезжает куда-то, там просто новые дороги перед этим прокладывают. Поэтому кто бы говорил, слушай, чья бы корова свистела, а твоя бы мычала. Ты знаешь что, ты все наврал. Вот все наврал. Во-первых, у меня царь, он появляется внезапно. Почти всегда сам за рулем бывает. Или за штурвалом. Как снег сам за рулем бывает. На Ниве, на Ниве, да, садится на Ниву и внезапно едет в какой-нибудь город. Да, он и Калейну говорит, что это вы туда за автомобиль такой забыли? Да я помню, когда ручки, Путин открывает двери, ручка остается в руках, блин. Это автомобиль Путину показывали. Это значит, вот скажут, тут вот качество недоработанное. Он вещем Казани. Недоработанное. Да у вас везде недоработанное качество. У вас мозги недоработанные. Вот это самое. Подожди, недоработанный, подожди. Прежде чем заказать 150 ракетоносцев сверхзвуковых, он сам его прям наберет. Раз, штурвалом берет, крылья складываются, 2-3 маха набираю, все, пойдет. Сколько, говорят, этих несет, как они, эх, ха. Говорит, Владимир Владимирович, пол Америки сразу сносит. 100-500 штук давай. Пол Америки сносят. Дело имеешь с настоящим президентом. Вы Авдеевку 10 лет не можете взять. Пол Америки у него сносит. У тебя башку снесло уже давно. Авдеевку. Че ж вы так хреново помогаете? Вы 10 лет берете Авдеевку и не можете. Эх, американский пройдущий. Маленький населенный пункт. 10 лет берете. Один самолет, пол Америки сносит. Ну что ты? Не. Ну это как ты мелешь, а? Американцы, да? Значит, 10-8 броневиков, 3 Абрамса. Выезжает наш танк Алеша. Хлыст, блядь, все горят. А ты знаешь, что ваш танк Алеша больше... Ваш танк Алеша приказал долго жить. Не ори. Ты знаешь, что ваш танк Алеша уже давно приказал долго жить. Уже нет ни его, ни вашего Алеши. Несколько Алешей, которые там сидели, они все накрылись на депутатов. Да хватит, раз ты забыл. Ты знаешь об этом? Ты знаешь о том, что им капец всем пришел вашим Алешам? Ты знаешь, уже Зеленский. Вы Авдеевку 10 лет, маленький населенный пункт, вы не можете 10 лет взять. Мы еще и не брали ничего, только что. А, вы не брали, конечно, совершенно верно. Под Авдеевкой. Тихо, не говори одновременно со мной. Вы под Авдеевкой положили, считается. Только под одной Авдеевкой где-то 10 тысяч человек уже минимум. И сотни единиц бронетехники. Только под одной Авдеевкой. Более того, ты слышал? Подожди, не гори, давай с тобой поговорим нормально. Ты слышал, что ваш генштаб написал, что вы собираетесь сваливать с восточного берега Днепра? Левого берега Днепра. Не с восточного берега, а с левого берега Днепра. Опять. Это ваш генштаб написал. Ваш генштаб написал. Сегодня я в Ютубе видал выступление президента Зеленского. Он немножко, наверное, протрезвел. Очухался от вашей наркоты. Я тебя спрашиваю, слышал ли ты? Я сейчас тебя не слышу. Ты говоришь одновременно со мной. Я тебе задал простой вопрос. Слышал ли ты о том, что вас генштаб заявил, что вы собрались сматываться с левого берега Днепра? Ты что, совсем... Отвечай на мой вопрос.
Ты слышал это или нет? Вообще такого разговора у нас не было. Не было такого разговора. Фейк кидаешь. Ты фейка кидала. Фейк кидаешь. Ну, вы знаете этого придурка. Он, естественно, он будет слышать и знать только то, что ему выгодно. Вот, то, что Генштаб несколько дней назад российский сказал, что мы там делаем перегруппировку, и тут же там, естественно, и Z-блогеры, и вся остальная общественность стали на дыбы, как перегруппировку, типа жест доброй воли, как всегда, как обычно. И Генштаб подумал, и, короче, написали, что это была типа ошибка. Мы ошиблись. Мы не подразумевали, что мы будем делать перегруппировку. Куда ты убежал? Делать перегруппировку и убегать. Вот, пожалуйста, это все есть на Ютубе. Как было это заявление. Потом было опровержение этого заявления, что якобы они ошиблись. После того, как зеточники все начали дружно вопить по этому поводу. И, кстати, многие говорят, да, конечно. Правильно делаем, что мы оттуда уходим. Так надо. А сейчас, когда они сказали, да нет, ребята, это типа наш вброс был, что эти зеточники говорят, что уже так не надо. Вот она, российская действительность информационная.